Происходит ужасно много преступлений и насилия вокруг. Мы стараемся осветить это, чтобы вы были в курсе происходящего. Этот случай особенно ужасен. Убийство 5-летнего мальчика, шокировавшее Северную Каролину, не было показано в новостях. Рик Левентал расскажет нам эту историю сегодня. Привет, Рик. Привет, Такер. Этот мальчик не был жертвой шальной пули или аварии. Этот маленький мальчик, катавшийся на своем велосипеде в присутствии своей 7-летней сестры, был застрелен прямо в голову. Похоронная служба проходит прямо сейчас в Вилсоне, Северная Каролина, по 5-летнему Кенану Хинату, который должен был пойти в детский сад на этой неделе. Кенан катался на своем велосипеде перед родительским домом в субботу после полудня, когда мужчина подошел, приставил пистолет к его голове и нажал на спусковой крючок. Прибывшие офицеры скорой пытались оказать неотложную помощь и отвезли мальчика в больницу, но Кенана нельзя было спасти. Подозреваемый, 25-летний Дариус Сессамс, был арестован в понедельник по обвинению в убийстве первой степени. Он жил по соседству и по сообщениям мог разозлиться из-за того, что Кеннон катался по его газону. Мама Кеннона написала в Фейсбуке: «Мой ребенок не смотрел на цвет. Мой ребенок любил вас уже через 5 минут знакомства. Мне наплевать, какого вы были цвета». А его бабушка спросила: «Когда мы уже будем писать «Жизни детей важны» на Голливудском бульваре?» Сессамс, который по сообщениям соседей накануне обедал дома у родителей Кеннона, ранее привлекался за хранение оружия и наркотиков. Мама Кеннона говорит, что надеется, что Сессамс будет гореть в аду. Такер. Господи, какая жуткая история. Рик Левентал, спасибо огромное.